Ой, я даже... А как? А как от первого лица прицел как сделать? Я пока не вижу. Ничего нажать? А лево зажимаешь правую Правую кнопку кнопку мыши мыши и нажимаешь shift. колесико. И shift. А, ну либо колесико. Или колечко щелкаешь, да. Что-то я не помню этой базы. Это новое добавили? Но тут все новое. Капец. Я тебе советую вообще ботинки снять. Почему? А потому что он пока на здоровье никак не влияет и намного тише ходит. В помещениях особенно. О, юмпишка. Это я только сейчас увидел. А, это МП-5, да. Вот я только я сейчас так увидел. Я понимаю, это где-то где Черногорск. Это Черногорск, да. Ты чуть выше Черногорска. Вернее, в самом Черногорске. Он же большой город стал, его не узнать. Надо кого-то найти. Возвращайся к тому пацану, который в городе был. Ну, в смысле, в промзоне. Блин, жалко. Ты просто через капслог. Тебе Андрюха подсказал, как говорить, да? Да, я знаю, как разговаривать. А, знаешь, ну, тем более. Скажи, привет, чувак, помоги мне, я бедная девушка, и так далее. С МП-5. Ну, у тебя же патронов нету на нее. Есть. А, я что-то не обратил внимания там. А, с 18 собой... штук. Ой, блин, пить хочет. А была бы на моем серваке, я бы тебе хилочку включил бы, отхилял тебя, и все нормально было бы. По-товарищески так вот, прикинь. О, нифига себе, на ходу хомячит. Да, на ходу кушает, пьет там все, что хочешь. Не, игруха стала играбельная вообще, прям реально. Вообще другая игра как будто. Да. Пей давай. Блин, ну если Daystream тянет, реально игрушка-то требовательная. Была. Они ее оптимизировали шикарно просто. И FPS у тебя сейчас... А, ты не видишь FPS свой, да? У меня 45 FPS сейчас. В городе 45 FPS, это отлично. Не, вот здесь я по полям лазил. Ну, для твоего железа. А вот... А когда... А как ты смотришь FPS? А у меня выставлен в Стиме показывать FPS. А, стимовский. Стимовский немножко врет. В хорошую сторону или в плохую? Точно не скажу в какую, но... А 1050 у тебя видеокарта, да? Угу, 2-гиговая. Не тяжко, просто 1050, да? Да. Я думала, короче, либо тяйку взять, либо вот эту вот. Но там, по сути, вообще разница прям мало в FPS. То есть они идентичны практически. Угу. А 1050 Ti стоит дороже. Я вот точно врать... Подожди, у меня было 750-я была видеокарта. Давно. Ну, это из той же серии, как бы. Угу. 50-й. Но у нее уже была такая дополнительная, как функция, Shadow Play была такая, там прога с ней. У меня тоже есть Shadow Play. Вот, в Shadow Play можно настроить, что у тебя в любом там углу, который тебе удобен угол, у меня в правом верхнем углу, показывает FPS. И ты можешь включать запись. Я знаю, я пыталась записывать через Shadow Play, но у меня почему-то микрофон мой, который я туда ставлю, меня не слышно через него. То есть она как будто не работает. Может быть, что-то неправильно настроено было с микрофоном, скорее всего. Потому что... А чё, он больше не замахивается и не кидает? Нет, пока не кидают. Если на клавишу G, он только под ноги бросает ее. А гранат тут нету? Пока нет. Зажженный фаер ни в рюкзак, ни в бочку никуда не положишь. Только на клавишу G он бросит под ноги его, зажженный фаер. Ну я вижу, ты с фаером сейчас бегаешь. Ну да.
Вообще, они столько всего понаделали. Но столько вот всего не работает еще. Извини меня. Надо взять патроны. Как? Как? Что делать? Как достать? А. Распечатать сначала. Да. Это сделано, знаешь, с какой целью? Чтобы не было, чтобы игра не была похожа на Battlefield. На PvP-шников, ну. Да. Если ты идешь воевать, у тебя должно быть заряжено оружие и как минимум 2-3 обоймы вот в нижних слотах стоять уже, подготовленные. Да. Ну, логично, это же survival, правильно? Да, раньше же, получается, Дейз вытащили с армы, сделали типа выживалку. Потом опять из Дейза устроили назад, блин, арму, то все воевали. Сейчас да. Дейз к истокам вернулась. Да. А папка нету у тебя? Есть, играешь? Редко. В последнее время редко, потому что там очень много читерства появилось. Вот желтеньким загорает, вот, правильно. Вот, видишь, я поздно вижу. И тильду нажми. Клавишу, знаешь, такую? Слушай, мне вот я ее нажимаю, у меня появляются вот эти 1, 2, 3, 4, 5. Может быть, у меня в настройках что-то не стоит тут. Пока слетает это дело. Но тильду нажмешь, у тебя... Показать хьют. Нет, если ты... Нет. Тильда это буква Ё. Все. Сделал. Слоты быстрого доступа показывает у тебя по центру снизу. Угу. А если зажмешь тильду, у тебя справа и слева появится, то у тебя вот отключено сейчас нету. Зажми. Ну да, все, я подключила. Все подключила. Вот так. Твое состояние, там, это стамина появится, у тебя там все. Вот. Интересно, насколько у меня сейчас загружен комп? А также можешь этот самый диспетчер задач включить, вытащить на второй монитор и наблюдать за этим делом. У меня есть MSI Afterburn, я через нее смотрю. Ну или так-то. В общем, нормально идет, да, на стриме? Вот я сейчас записываю пока еще в данный момент, пишу. Так, а ты через что записываешь? Через Shadow Play. Нормально. И получается размер он файла сохраняет небольшой, да? Ну вот раньше я писал через Fraps. Fraps вообще дикие там файлы были по размерам. Вот я тоже. Я тоже пишу через Fraps. Может быть, скажешь, какие у тебя там настройки в Shadow Play? Скажу потом. Посмотрим. Скажу, конечно. Че, ладно, тогда вырубаю стрим. Ну все, тогда я запись останавливаю. Угу.